МВП лучше 995 патронов таблицы на ХК в точку жмет. Фуловая. Да нет, таблицы это шляпа все. Ну типа, кто эти пишет таблицы вообще? Они не работают, эти ваши таблицы. По таблицам написано, что СИКом МСХ тоже пробивает жестко все вообще и вся ушатывает просто. А на деле вообще вата какая-то, а не оружие. Таблицы это шляпа, надо в игре просто чекать и все, как чел умирает. Либо таблицы кривые, либо просто какие-то патроны лучше регают, какие-то не регают. От этого зависит, может, я не знаю, но таблицы не работают нормально. Тем более, хрен пойми, кто эти таблицы вообще пишет. С чего я должен какому-то челу левому доверять, который написал какую-то таблицу, непонятно откуда инфу вообще взял. А, нифига, у меня тут место. Так, а можно видюху тогда еще тоже укомплектую сразу? Нельзя, ну ладно, нет, так нет. Ну и погода с дождем, конечно, оставляет желать лучшего. Не, лут жестко апнули, чувствуется. В начале вайпа вообще лута не было. Следухи, тетрисы вообще в каждом рейде попадаются. Тетрисы, видюхи. Вообще жестко. Целих? Как не читать? Целих? Спасибо, бро, огромное. Сори, если неправильно прочитал. Поправь меня. Спасибо огромное за подписочку. Добро пожаловать. Кстати, шустрила что-то стоит еще, ребят?
Вадим, ты 3 ЧВК с мостиной 25 метров на заводе делал? Да, да. По-моему, да. Где люди вообще все? Че, ребят, по этой фигне-то стоит она что-то или нет? Блин, а чё я куда побежал? Я ж не долутал ничего. Что уже крыша едет. Не спеша. 45К. Понял. Шифером шурша, едет крыша не спеша, да. Как насчет Хитмана? В смысле, что насчет Хитмана? Как... прохождение нового Хитмана? Не знаю. Что-то такое, мне кажется. Нудновато, нет, на стримах. Слушайте, это, по-моему, где-то со стороны верта, на входе где-то, если мне не кажется. Зашел чел. И он бегает, понять не могу. Где он так бегает по дереву, что я его слышу хорошо? Он уже у меня на этаже, походу. Блин, тупой дождь, заткнись, пожалуйста. Ничего не слышно же вообще. Thank you.
Блин. Как думаете, он выбежал или нет? Я думаю, он не должен был прочитать это. Потому что я хочу с крыши его обойти. Иди нахрен. Капец, народу, говорю, нету АФК. Санаторий. А челы просто, блин, на самом деле по лесу все ползают. Херней какой-то занимаются. Блин, ну все, того типа я с балкона упущу, скорее всего. Потому что у меня слева на улице чел меня контролит. На соседней крыше какой-то чел опять нарисовался. Они не дадут сейчас этого типа законтрить нормально. Иди нахрен, пожалуйста. Там один ползает, а его кто-то кроет еще, походу. Просто капец. Какие-то стрёмные серваки, походу, я поставил. С какими-то любителями посидеть на крышах, там в лесу поползать. Блин, иксовки-то нету еще, плохо. Не было у меня в планах что-то снайпингом заниматься каким-то. О, спасибо огромное, дождь закончился, вонючий. Чел по улице поджался. Лол, он что, вдоль здания просто бежит? Просто АФК санку залутал и началось теперь. Повылазили, блин, из щелей. Вот опять, я типа ложусь, слушаю нижний этаж, звуков нахрен вообще нету, типа ноль звуков вообще. Я просто выхожу из комнаты, и он меня с лестницы уже принимает. Чё с игрой вообще сделали? Чё со звуками? Типа сейчас звуки вообще через раз слышно.
Их то слышно, то не слышно. Я раньше бы так я никогда не вышел. Я бы заранее услышал этого типа всегда. Я типа спецом ложусь, чекаю. А он уже на лестнице у меня стоит. Ха, прикольно. Братишка, квестик делал. Все, ты закончил с квестиками на сегодня. Блин, зачем я это делаю? Надо его разгрузку забрать, моя же застрахована. Ты тут, братишка, налутал, конечно. Это какая-то ходячая столовая. Теперь мне интересно, это что за чел? Это который сидел в комнате? Которого я хаешками закидывал. Или это... чел, который с улицы пришел, запушил меня. Стигали из столовки. Сборочка, огонь. Лол, на девятках еще серьезно. Прицелы, да, блин, неохота прицелы менять. Я не хочу с эмки стрелять, я хочу с этой херни долбить. Опа, есть. Есть бот. Дорогой бот собака получился. Не дай бог в нем красной карты нету. Так, ну челы, которые в западке были, наверное, уже слиняли, я думаю. У меня для духа тетрис. Я вот думаю, есть ли смысл вообще идти западку искать типов? Пожрать бы. Нам кошмарных тут еще не хватало. Это чё?
типа тех, кто лет 5-7 назад ходили по электричкам и орали противным голосом: пирожки горячие, с капустой, с картошкой, с повидлом, с мясом. Блин, чел, походу, то ли спрыгнул, то ли чё. Я вот даже не знаю, теперь я, типа, ложусь. Доверять мне этой инфе, ну что, типа, я никого не слышу снизу, или не доверять. Блин, ну пушить слопу такое себе. У нас предатель! Ну где ты? Ты чё творишь? Я вас, уёбков, давил, блядь! Давлю и буду давить, нахуй! Ты куда пропал? Отхиляться надо чуть-чуть. Того, типа, да, поручни там эти сейвили жестко вообще. Не залетало в него. Ну все, он изначально на капсе полз ко мне, сейчас он там вообще жестко сядет, короче. Пошел нахрен. Жесть, такие челы потные играют. Что-то прячутся нахрен, убегают куда-то. Надо потом за дикого сходить выковырить пульки с перил. Я ледуху свою никому не отдам. И Тетрис тоже не отдам. Я еще там эти Формулу-1 не прошел на нем. Со змейкой. Блин, думал, челик хороший. А, это реально CPC-шка, лол. Я думал, это у него этот, новая разгрузка с изолентой.
Это вообще он, не он? Может, у них тут третья крыса где-то сидит еще? Сборка тоже помойная какая-то. Чисто на продажу, короче. А, так это от Дарка вообще у него лол. А, так это вот эти челы по мне с крыши стреляли, скорее всего. Мне кажется. Эти кольца, ребят, дорогие. GP 30 миллиметров. Посмотрите, плиз. Первое. Нацка и кое нам не надо. На, вот этот чел с СВД, да не. Ботик бегает. По мне долбили с этого. С крыши. Блин, братуха, а как мне сейчас это все уносить вообще, твое добро? Так, что-то он без рюкзака, я не верю ему. Пипега, куда рюкзак дел? А, что такое было? В админке ползает. Жесть, ничего не видно, все просто в молоке. Так, чё, ну я фул забитый, надо уходить, короче, через этот, через быстрый, если он есть вообще. Пробовать, по крайней мере. Да не, он, возможно, без рюкзака был. Не знаю, а где его рюкзак искать-то? Я сейчас буду. Хрен на него. Так, ну это ботик. Ч
чайник, 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 чайник. Ваше здоровье, чатик. Затем скинул и одел рюкзак. Посмотрел, будет ли перевес без рюкзака. Я просто хочу спрыгнуть. Не хочу по саду бегать. Хочу просто спрыгнуть со второго этажа и через угол выйти. И вот, типа, щупал, будет перевес, не будет. Так, а я в этом рейде вообще чекал красную? Наверное, да. Или нет, или забыл. Я прыгаю в вертолет и улетай. На шлем ПНВ нет, не влезет там. Ну, крепление нужно. Крепления нет. Без крепления не встанет он на шлем. Есть меня, блин. Пришлепнуло просто. Можно альфа на себя, а блэкрок в рюкзак, как думаешь? Не, можно было, да. Да я не хочу уже, и так вроде все влезло. Я думал об этом, пофиг. Так, а у меня против перевеса ничего нету, да? Нема. Ну ладно. Блин, хоть бы быстрый был. Я сейчас охренею бежать до туннеля с таким рюкзаком, блин. Вообще конечная. А, есть из Джейка, да? А, точно, две штуки, лол. Ну сейчас тогда, если быстрого нету, я из Джейку юзану. А если есть быстрый, тут до быстрого-то недолго бежать. Доберемся без Джейки. Блин, нафига тебе не с перевесом, конечно, намудрили. Вообще сейчас невозможно что-то такое тяжелое из рейда вытаскивать. Убил чела, взял с него шлем, пушку, все, ты не можешь бежать уже нахрен. ХП в ногах не очень. В смысле? Нормально, пойдет. О, ништяк, 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 ништяк. Это мы одобряем. Пипегу завалил кто-то уже.
Да, видел, видел. 30 раз его надо убить. 33-38 теперь не купить, просто так ее надо будет сделать. В смысле, она не продается теперь? F1 в голову. А кто это с F1 в голову? А жетон у меня есть, потому что я... Жетон забрал с типа с рюкзака же. Это их дружаня, значит, был. Это их дружаня был. Или что? Подождите, какие-то непонятные тайминги. Это первый, который меня пушил на балконе, отлетел. Потом килл ровно через 20 секунд. Чё? Как так быстро? Или это крыша? А, это крыша? Скорее всего. Потом это чел. Нет, это не тот чел. А, и знаете, чем его убил? Я кидал ХЕ на этот. На балкон, прямо на трансформатор. Фу, на генератор. Сверху она лепешкой упала. Его вот этой ХЕшкой убило. Этого шотнул я на западке. Потом вот этого чела взорвал гранатой. Потом вот этот чел, который меня пушил в синем гире. И потом вот эти две пипеги. Получается. Получается так. Найс хаешка, наверное, прилетела, да? Ровненькая такая просто. Фильгранная. Понял все, я понял. Понял что-то. Если понравился ролик, не забудь прожать лайк и оставить комментарий. Спасибо за просмотр и до встречи на стримах.